отметили предстоящий праздник танцами, песнями в национальных костюмах восточных и европейских народов и в школе номер 117 в Алматы. Школьники участвовали в концерте, который приурочили ко дню первого президента. Ребята исполнили казахский танец с домброй и патриотическую композицию «Казахстан». Юные таланты также провели интерактивный урок истории и организовали эксклюзивную фотовыставку, посвященную местам, памятникам и улицам, названным в честь Нурсултана Назарбаева. За всем происходящим наблюдали гости мероприятия, ветераны Великой Отечественной войны и труда, а также участники Афганской войны. Поздравляю и желаю крепкого здоровья ветеранам, которые здесь приглашены, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Трудового фронта. Всех благ, крепкого здоровья. Пусть и дальше процветает наша Республика Казахстан.